сложности 6 раз. На профе, короче, я сокрабил, короче. Вот. Походу в профа плюнул, блядь, перепутал. Этот самый. Тогда где мы еще вайпались? На, вот, на трэше, блядь, потому что, ну, я пошел чиниться, потому что меня на совете 3 раза уронили. И этот самый. А они пульнули трэш. Ты бы сказал, я тебе тут докинул. Зачем ты подбежал? Давай порешаем эту ситуацию. Кто, сколько у вас хилов сейчас? 3. 4. Давай, ассиста. А кто четвертый? Настя, лапа предков. А чё она не в пятой пати? А ты уже не хил? Оо, ух ты, хила. Вы просили ее вроде... Там это, капа не кикай, слышишь, Войд? Капа, на капу будет ЕП уходить. Давай, лапа предков, в хила, смоньте меня. А ульта пришел уже? Сейчас те, кто не пришел, блядь, пойдут в единую корону. Мы в инст ходим, не стоят. Треснете Пашу. И для вас ЕП фармить, блядь. Минус ЕП, блядь, или кикс рейда сейчас. Давно пора, блядь. 4 хила, значит, все хилите танком, чтобы ни один танк не упал. Лапа предков, трой друид там, шаман и утипутя. Так, пошли вперед. А, присты. Такасуги, пук, утипутя. Значит, утипутя квадрат, такасуги давай треугольник, контроль. Сковывание нежити нажали. Ждем здесь танки. Слышишь, мне звонят в дверь, я сейчас подойду. Пиксель ВБ, ну ё-моё, там, я не знаю. А, извиняюсь, я зафейлился. У меня скованье нежити на букве Ё, и из-за другой раскладки она не кастуется. А Войду точно присумонили? Да. Ну, я в стане стоял. Минус 5 стан. Ты же должен их сам станить по КД. Может, не нершом зайти? Или пят? Да вообще. Ну ты или пят сказал? Да. Просто вы играете как много. Да. Тут просто все ясно. Ну, типа, понимаешь, я, короче, решил, значит, собрать при 25-ке не войдем. Ну так, по фану. И тут. Писос просто наплюсовали мне. Все правильно, людей набрали, надо хотя бы в норму их водить. Не, я не спорю, что надо, но, блин, людей берешь с расчетом на то, что они что-то знают, что-то умеют. Да, дело в том, что вы нихуя не умеете за свой класс. Вы пришли, нажимаете одну кнопку автоатака и все, и нажимаете там с фаербол там или что-то еще. Чё, Филиппец пусть наш шаму зайдет, не знаю, для гарантии уже. Зачем? Ну ладно. Давайте я еще на поле пистолетный килом зайду, одного танка пойду. Я шестым шаманом или холипалом, или друидом. Кто бы ДК сказал? Ты да блядь. XL. Эти два тупых. Его только что понизили. Короче, смотрите, у вас у каждого класса есть способности. Если у вас на панели нету всех способностей, то вы считаете, что вы нуб. Если агрится трэш, да, 10 мобов вот этих. Не надо надеяться на то, что танк один, блять. Ему дают стан, он нихера не может делать. Вы должны сами давать станы, давать разоружение, давать
этот фир, там что еще там есть. Есть разоружение, блять, ну много чего есть, вы нихуя не делаете, вы просто стоите и смотрите, как нубы, бойдец. Че? Че, убьем Лану с первого трая или нет? Бойдец, даже чему может варнг спейлить, а ты спрашиваешь хуйню такую? Ничего не варнг, конечно. Хотя да, типа под прожимком, по вот этим, не шагу назад, можно, короче, она, ну, ударит, но она не сваншотит. Не, он по-другому, он говорит, ну щитом самому себе поебал, ебашь, и чума спадает. Ой, походу сам себе с утра об стену головой ебашь. Ну, войдет, без обид, братан. Да вы какую-то хуйню несете, вас не понятно. Непонятно, что какой-то для меня. Все вам рыбу. Жрите, бафайтесь быстрее. 10 секунд пошло. Нахуй. Слушай, нормально, пускай пробафаются, то тут, ну, тут вообще беда. Локи, там кто в демоне, там спекните, если я в демона, ну, я в демоне буду бить. А, ну ясно. Только два лока осталось. Значит, иннеры. Кноса за лор заливаете шаману, пока ты таксон заливаешь ути-пути. Друиды сами себе. Как... Какого сам погода в Могилеве? Солнце, тепло. Тепло, а то им везет, а? Ситуативно это все, в ПВЕ тоже все способны. Стой, стой, Войт. Короче, значит, на первой взлетке гимн будет читать Пук и Такасуги, на второй, если будет Филипец и ДЦ. БДК пошли. Напуливать АДК? Конечно, напуливать. Давай, АПШ. Неразумное решение. Шаманс. Дыните там меня, когда нужно будет нажать гимн. Если, допустим, игрок какой-то отсталый, да, он думает, что вот ПВЕ это вершина. Если в ПВЕ игрок, ну, плоско мыслит, то вот придя на чемпионов в их 25, даже в обычке, он просто, ну, будет кастовать фаербол в одного моба, его законтролит, и все, он не знает, что делает. А там не так надо. Нужно с пула контролить, наоборот, вперед мобов, чем они вас законтролят. Если вот так не играть, если... Ты видал, как я рогай был вчера, топ по прерываниям там хуярил? Вот, вот, нужно так играть. Это, ну, ПВПшная такая часть, и есть энкаунтеры, в которых пригождается. Ну, тот же трэш, это мобы, которые легко контролят, не то, что игроков там на ГГ или на арене. Здесь как бы вы должны это понимать. Если вы пришли в рейд, в инст, и вы нихера не делаете, вы просто стоите, жмете пытку, ну, блядь, это значит, вы тупые. Что вы вайпаетесь. Потому что танки тоже могут контроль получить. И когда они в контроле, они с вас моба не заберут. А вы просто стоите вот так, голову в небо поднимаете. И Иннер Ршаму дайте. Иннер Ршаму я говорю. Кому давать? Да, я понял. Ну, видимо, я как раз из класса тупых. Ну вот, видишь. Начинаем прицел.
А у меня гим КД, 60 секунд. Я говорил так о Суге и Пуку читать. Первый взлет. Так о Суге как раз была лужа, он, видимо, читал вместо того, чтобы побежать. Пух, по-моему, вообще не в РК. Ты понял, вот, как я оперативненько сбежался? Зачем Хилла укусили? Ну, подольше бить. Да я, видимо, много в босса, я не знаю. А солдат не до наших. А ты что делаешь? Ты спишь? А? Убивайте Вара. Разоружение по нему и фул БД в треугольник. Сейчас у кого есть гимн на ХП, чешки отдаем. После взлетки к носу тихо-тихо поднимаешь. А, там друид еще упал. Ну, короче, смотрите, не переживаем взлетку. Поднимай к носу эти путь. У тебя не получится. Скилла нет вообще. Ну понятно, ясен хуй, сука, нет, потому что они два упали. Ладно, в лужу заходим. Торшам с лужей. Заходим в лужу. Полам, блядь, ни одного полу нет. Давайте будем разбираться. Этот дэк кусает хилов, лужи стоят хотя бы. Так, для начала, значит, лапа сказал, предка. Сказал, читать, ну ладно, не буду стоять своей. Так, Такасуги. Давайте ГП получать будем. Не-не, стой, Войт, успокойся, какой ГП? Ну а что вы предлагаете мне? Так, это у нас стоял в луже. Это у нас лапа предков упала. И кто-то еще там. Кто еще? Утипутя упала. Давайте, кто еще тупой там? Ну ты че, балдёшь что ли? Лужа в центре, блин, возле хила стоит ты лужа, видел, блин. И мне ГП, охренеть просто можно. А что, ты от лужи отойти не можешь? Ни тотема трепета, ни хера. Её просто сбрило, когда... Видел, страх... что кто-то сдох в луже, и лужа в центре была. Я говорю, Войт тоже не смотрит, лишь бы ГП накидать тем, кто сдох. Ты мне еще кинь ГП, блядь. Давай. В чем проблема? Все с гильдии кикну, нахуй. Давай кик. Не, ну просто слайк, надо же тоже смотреть. Так как. Давай нахуй посмотрим. Но, снова мы возвращаемся к старой проблеме, да, ребята? Да. В чем проблема? Да, сейчас мы разберемся. Давайте, Такасуги стоял в луже, кто еще? Ебать, прицел в гильдии, ты когда его взял еще? Да, позавчера. Так а чё из-за у вас за вайпы? Почему ГП идут? А это тайна, покрытая мраком, тут неизвестно. А чё не Англифер или это ты уже? Ну потому что они вайпаются на трэш. На каком трэше? Ну на обычном. На каждом почти. Ясно. Потоп? То одному нужно отойти, то другому нужно отойти. Ну тут да, как бы Англик не может там сказать, типа вы что, охуели там? Я сейчас там ГП накидаю или, блядь, заменю, идите нахер. Как бы он ведет и ведет. Я не могу так сказать, у меня нет на это прав. Типа я могу, конечно, типа там сказать, так скажем, более уполномоченному лицу, но вот такое все. Так, в смысле, давайте... у тебя прав нет, это ИРЛ, ты видишь этот рейд. Так а Суги это у нас кто? Это с гильдии кто-то? Да. Да. Тут все гильдии, никого вроде вообще. XXL это кто? Тоже гильдия.
БДК. Прицела и понизили. Не пиши мне вот это, понизить, не повысить. Я ушел. Я, ну, тебя понизили, значит, ну, значит, так надо. Такосуги, значит, еще косяк кикс-рейта. Так, теперь. Ок. Поднялись, лох шкаф поставил. Сову сейчас будем сумонить, она с мага ушла на сову. Это зачем ты понизил его в рейте, в гильчате, вернее, что за хуйня? Уже ничего не писал такое. Так, теперь, Каноп, ты на ком сейчас сидишь? А локом, я иду локом, все. Вот этот уксус или что? Да, 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 это мой лок, и я буду им играть. Так, Англиф есть про товар у тебя? Ну, еще одно повышение. Дарен. Почему ты не приняла апатию на сову? Я долго гружусь. А. От Хорн, он в РК сейчас? Ториан. О, давай, будет хил хороший. А лапа предков в сову тогда пойдет. Да он стоит житься, если надо. Лок, Чан... шкаф, казар поставь. Че, Англик, есть у тебя про товар? Ты... Не, я сбросил, у меня Армс. Армс. Короче, мне нужно будет отойти на Валия и там на трэше на 10 минут. Да, хорошо. Конечно, желательно было, чтобы меня не меняли. Но если там надо будет МДД лишний, то, конечно, поменять. А Залор это кот, да? Да, тут почти все коты. Тут очень много котов. А Даксон что, тоже кот? Да. И Кнос тоже кот. А Даксон есть сова? Ну, на себе. Уже вроде спекнулся час или тогда, когда лупа предков спекали. Лучше, чтоб сове, короче, был, не знаю. Ладно, кстати, завтра, если Англиф не планирует с 13.00 начинать с ФРТ, я могу в обычку в льду, ой, говорю, в обычку в десятку льду собрать. Не, завтра не, собирай. Я лучше с тобой в льду пойду. Так, лапа предков давай в этого, в сову, теперь 4 Ой, слушай, может зайдешь палом, нет? Зачем? Блядь, ни одного паладина в рейде, зачем хоть каски разбафаешь? Да нахуй вам каски, нахуй, если вы вайпаетесь, в луже стоите. Чек на пол. Там же барабаны у кого-то были. Ну, у меня есть. Бафы от, ну, от нубства не спасают. Так, Ториан хил у нас, и никто не упадет. Дайте вам барабаны. О, вот, тебя уже ничто не спасет, ёбаный в рот. Меня не надо спасать. ДК, начинай, ЛПшки. Это было... Вкус не прослакали. Милики, лужи, осторожность. Вот, отошел. Вам не скажешь, вы так и будете в ней стоять. Первые взлетки читают гимн на хп Пук и Такасуги.
А у тебя мин стоит? Да, класс. Я имею в виду, если буду сильно приближаться, говори, я скину. Скинь сейчас. Скинул, да? Вот все нормально. Рейндж словили друг от друга. Я жду команды. Читайте гимн. Там 4 часа укуса, да? Сколько до передачи? 20. 10. А Никитос, ты почему стоишь? Сбегаться надо тоже. Передали укус, да? Даем босс. О, круто, серия, точно не сорву. У вас и на пул. Пильники, но ёбаный в рот. Что ты так? Это канал, где демоне стоит под боссом, где на всех положил. Сколько оно в демоне стоит под боссом, хуй на всех положений. Ну, Трис, я закричал Милики, я посмотрел на Ники, три человека с пактом, там каноп был. Начинаем представление. Но мы... Я не увидел, просто здесь мне пиздят под руку, нахуй. Пошли дальше. Лед остался, да? Угу. Быстро на трэш идем все. Шмот раздадут, кто-то мангел, да? Да, кстати, я чуть не спрыгнул, лол. На трэш побежали все остальные, кроме ангела. Хилы танки в первую очередь. Короче, мне надо дойти, или я подойду, может, к Вальке, если нет, то... умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. На мейн. Это мейн? Дубасик. Вижу, писал. Пал жрец лок токен. Кому не надо, ну ладно. Бархан сам. Там там. Точечно сыграть. Ну,
синего огня вышли мне лишь. Дадите тут вам руководство. Вот квадрат выкинете, бейте. Ну или этот квадрат добейте, чтобы один остался, и бейте кучу массы. Как скопомет стал. Идите, кто пока уже сюда. Иди сюда, до ковальку принеси. Там. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Нет! Я влеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Ну не знаю, нужен контакт дать. Почему Валька на Англии? ДК. ДК ты здесь? Сексель. Как дела у тебя? Копье поднимайте, кидайте. На рейде будет лапа предков у Типутя. Остальные шаманы на Вальке. Вэри на Вале. У кого еще хил есть этот кресты? Нас-то тут лапа предков. Подходим сюда. Зависит. ДЦ соло захилишь или рейд? Попробую. Надо говорить за хилю. Надо было спекнуться тогда мне. Спекайся. Поможешь. Короче, Хорн, ты тут? Если от центра далеко не будете разбегаться с хила, то за хилю. Потому что я не буду бегать за каждым. Должны бегать от центра. Если бегают от центра, то и не хилить нихуя. Хорн, твоя задача захилить Вальку. Чек на пол.
кто боссов пропускает, сейчас минус ЕП получите после вали. Два лока пропускают боссов. Ну, ладно. Начинаем. Для слева. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся жгости и прах на воскрешение. Я говорю, сука, слева. Надо подождать. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Это полный пил. Не уходите туда, в край. У нас ДЦ один хилит. Двое. У нас двое. Но я второй хил. А, понял. Ну это не значит, что надо ходить, хуй знает куда. Вот слева большой. Я тут. Подавление, подавление снимаем. Подавление идет слева, везде идет. Давление. Ну что, тут все плохо или нет? Нет. Вайпнули с налади все равно. Возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Я был прав. Потому что рейд расслабленный, блядь, все хуй на все забили. Как знать, у нас на работе был чувак. Ну, заведение круглосуточно. Ну, итальяшка у него погоняла. На итальянцев. Ну, короче, у него ночная смена. Ну и, короче, он устал и прилег поспать, короче. Вот, ну его официантки сфотали, короче. Потом в группу ВКонтакте выкладывают. И пишут такие комментарии. Это он устал. А Завчук, шеф, пишет. Это он охуел. Вот и так вы, блядь. Вы не устали никогда, вы охуели просто.
Не, Войт, не в этом дело. Ты, типа, не видел, что тут было. Тут просто реально много людей, которые... Ну, я их вижу в первый раз. Возможно, это тех, кого набрали. И они просто не знают, что делать. Да так если вы не знаете, что делать, говорите, РЛ, бля, я не знаю нихуя, бля, что происходит. Вот и все. Вам, может, если не РЛ, то кто-то расскажет, бля, что делать. Стоять с краюшки, смотреть, бля. Танглиф, а ты где? А? Ты где? Хотела фильм посмотреть. Лут, в смысле? Лут, ты лут раздавать будешь? Да. Спускаемся вниз, Локи ставит шкаф внизу. Локи вот тут, Трисия тут. Да, у тебя есть видео? Трисия пока не пришла. Нет, шанс. Вчерашний целка в троллить есть видео? Да, на канале уже залили. Где? Там, короче, рейды номер 5, короче, ну там плейлист есть. Что-то 30 или что-то вот там есть этот ретрик. Ну там подписано все. Короче, ЦЛК, 25 гер, первая часть, ретрик, там что-то такое. Вот там этот рейд. КВ нет. Наша... Это жопу пьяный, кажется. Да? Ультрасука это кто? В рейд? А у него наше КД. У него наше КД, если что. Понятно. Ну, его статы тянут было. Ресните меня, я упал. Блять, ну молодец, я хуй знаю. Идите, бегите, ресайте к лифту Лока, блять. Все остальные, если вы там где-то сверху, то спускайтесь вниз. А чё у тебя в том целка? Там, где вы упали на сурке? Скрин ДПС надо. Смысл? Там два тела упало, по-моему. Ты и ещё кто-то. Или только ты. Ну вот так же, как в Джериновском рейде, блядь, был ДПС. Ну, нормальный, и... упало все там что-то 320 или сколько там было, 322, ни о чем. Держи англиф, это звание можешь начислять и по ИГП. Но ты уверен, что это заслужено? Что? Я говорю, ты уверен, что это заслужено? Тебе вообще надо, Олег. Ну хуже все равно не будет. Ну ладно. Не будешь водить рейды, звания не будет. Хорошо. И так далее. Канов, давай шкаф. Где он? Только что пришел, так не понял, при чем тут заслуженный, заслуженный. Ты водишь рейды, тебе это звание по-любому положено. Ну, блядь, не скажи. Не каждому. Вот Англиф нормальный чувак. Чего, трэш не убили, что? Ну, блин. Добегает он, добегает еще поруч. Не знаю, зачем он наверх бегал. Квест. Англия смыл к носу, смонил, все, сейчас все должны тут быть, запуститься надо. Кнос принимает, призыв начат, Кнос. Но вам не приходило на почту письмо с выкупом мешка в 1000 голд? Мне приходил. Не только 1000 там, да? Частенько там ставили. Ну, обманывали людей. Это жопа, это варит. Нос, ты тут, ты примешь сумон, ты где? Блять, я не могу понять. Что вы делаете? Ну он не принимает, он фкшит, походу, чек надо дать. Ахтунг? Тяните рейд, блядь. Трэш не запускается, трэш не бьется, вы кашите. Так, конечно, 5 часов можно рейд проходить. Вы вот этого залейте быстрее, чтобы он не откидывал вас, когда я тут запустится трэш. Сыграйте по квадрату. Еще там, блядь. В одну пачку привели или две?
Сейчас Кнос вылетит и запустит этот трэш. Вы не должны прорваться к Синдрагосе! Скорей! Остановите их! Давайте убили быстрее квадрат и кружок. По кружку сыграйте, убейте. Сбегите все в кучу в центр, чтобы они были в одной куче. Поехал только. Где? Житель, да. Он хан прыгает где-то рядом со мной. Попрыгай. Вон рядом с треугольником где-то тут. Винтовка поднялась. Винтовка тоже где-то здесь? Угу. Тыкаю, пока не могу, не могу найти. Где? Видели, что услик? Нет, а он есть. Ну, пусть лежит. Играем по звезде. БДК здесь? Там, который. БДК танк, забери дракона. А уже поздно. Взлетел. А чего так высоко влетел? Оков нет. Доставь его мне. Я пока не могу
использовать эту способность. Надо подождать. Не сейчас. Надо... Того добейте прямо быстрее. Наверх все поднимаемся, ТТМ убираем. Еле колупайте, давайте активно. Тотемы. Отходим к трупу дракона. Надеваем шмот. А кого нет из четвертой пати, кто ушел? Шаман зайдет, вот это там-там. Он там тут? Вроде нет. Поставьте мамонта. Возьми хоть одного паладина. Сейчас я барабаны дам. А за часть босса же начисляется ИП? Ну, типа все правильно, да? Вот. Рыба снизу. За часть. Нет. Да, ему нужно идти. Да. Каш. Сейчас. Ну, а когда я звал, он не пошел. Кого? Нет, по-моему, он... Хотя, мне кажется, ты не был еще в рейде. Две минуты, подождите. Так, мамонт. Нету мамонта, так и не починился. Сейчас. Есть почтовый ящик его. Сейчас там почтовый ящик. Спасибо. На почтовый ящик. Нет ж. Славик, сейчас его в чате плюс поставлю. У меня АДК есть и маг. АДК 5, ой, 6.5, а маг почти бесовый. Ну а и так-то есть и правильно что. Заходи. Кем? Ча. Да, да. Когда не жалко? Да нет, я им вообще не бегаю, а чего вот это делаю?
Блин, да ну то я АФК я смотрю. Я же Войд писал в замету в поиск. Ты АФК вот. Нет, я не в гильдии. То ты ник написал, Никотинович? Да, вот напиши мне Славик в ПМ или это. Пригласи там. Ник-то простой. Какой у тебя ник? Хо. Никотинович. Никотиныч. Пожалуйста. Да, меня уже взяли. Ставьте шкаф с мой. Ну, Шамончик сначала. Странный чек. Не знаю, я еще в Аргримаре нахожусь. Фото спекаешь, да? Нормально, конечно, конечно. Спасибо. Он сказал, его СРК выкинул, у него ноут сел, сейчас он заходит. Если пробафую, вот так вот, вот так вот весь рейд, кого-то выкинет, кого-то еще что. Пиздец просто. ФКД, давайте кто-нибудь другой. Да. Блин, нахуя-то выбежал? Тут же не хлопает по рейду. Дело привычки. Ебать, как сложно, походу. Проснулся, мол, бы сейчас упаду в выбор поделюсь. Это вас научит, блядь. Есть КД... О, есть гин. Поворачивай, поворачивай. Не будет. Хорошо. Ну, я попался, вот бежать не успел. Да-да-да. Я в этот момент и начал уже бежать. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смерть! Скинслаг Геру таким составом. Мы за полтора часа нормально управили. Три шесть стаков. А что делать, когда она взлетит? А, что самое?
испытание видел? Ультра. 6 стаков. Ультра, ты завис? Да, я вылетел. Ёп. Миллионов тысяч тыпка по Нет, ковыги. Андряга, блин. Так я замороженный, что ты орешь? А как на тебе опять метка была? Просто красавчик, блядь. Лучше еще, дали по второму танку этот бабл или что, блядь, как так произошло вообще? Что ДК, я так понял, получил хвостом, сразу полетел и сразу же задышал все. Да, нет, это я... Бабл прожал, и стаки не скинули все равно, потому что мне стаков уже было, а ДК не забирал, потому что ДК не забирал у меня, а у него не было стаков, он не забрал с меня, мне пришлось бабл прожать. Я на одном месте стою, я не могу даже подвигаться. Интересно. И заходить не хочу, потому что запущу босса. Я на середине стою. Ультра, сука. На середине, как в глубине сейчас числюсь. Ладно, постой, если перезайду, запущу. Помогать. 50 секунд подождете, меня сейчас выкинет. Чтобы взять обратно. Спасибо. Он будет это самое, он будет в ледяной короне так же стоять в этой херне. Ну там я смогу хоть перезайти. И босса не запущу. Хорошо. Гимн 2 минуты нужен, нет? Я только нет. О, разбагался. Блять, да как можно ловить так прям в мелизоне? Потому что подбежать в лом. ДК, два шага направо сделай. Лево, где право? А он походу выучился танчить.
Дай морозить рейд. Сказал Войт, который рейд морозит. Ну, пиздец. На танке нет. На обоих танках. Печенька. Стоп, стоп, пока стоп. Ой-ой. И что ты его подводишь? Сколько стакать можно? Бесконечно. Освобождем. Тут не пари, не попай, все на твоей совести. Сдохнешь, твои проблемы. Маг, который пришел. Нахуй ее стакет, глыбу нажал, сбросил дальше. Ты тактику не знаешь? Да нет, знаю, вдруг у вас правила какие-то особенные. Так, смотрим. Потом у нас играет, главное не сдохнет. Так, Касугим. Через взрыв бей. А я не знаю, на мне метка? Не-не-не. А, алло. на себя. Энс лайф, что вынес не так, как ты учишь. Ты обычно по центру ставишь. Не, перед фреймом, мне? Нет, я под лапу поднял. Что Синдра сейчас стоит немножко по-другому. Хотел сейчас сначала заморозить рейд, но потом понял, что ну это как-то не по мне. Я ж не Войт. Пойдешь в ульту завтра десятку? Вот Алик. Фуль, кстати, Алик. Мадвейн ушел, осколки кому-то нужны?
можно резнуть ультрасуку, пожалуйста? Да, имеете формат. Спасибо. Пиздец, лол, который весь бой лежал мертвый, заберет Талик. Лол, блядь. Я... Это нормально, пускай забирай. Я умер от этого. А если клиент вылетел, извините. Зачем? Это такая хрень. Валькирия слезь. Ты меня слышишь? Там на капу начисли за 11 боссов, и я уйду. Понятно, короче, канал пошел после того, как Талик не сролил. Минус заметка, ему въебите на всех персов. Минус заметка. Да, хочу тебя покушать, блядь, этот рейд, блядь, дохуя тянется, я уже в рейде, блядь, 4 часа. Я был в Вик, в РС, ну, типа, я хочу покушать, еще перед 25 гер, нет? Да дай кому-нибудь, этот осколок. Никто не ролит. Где тут есть кто-то демоном? Там, блядь, они еще на валькириях вайпаются, вон, блядь. Локу. Все правильно, ты дал пару. Войт, да. на капу, не на уксуса. Капи. Я имею в виду то, что это он не сролил, Тарик. Нет, так я по это все правильно начислил, на уксуса. Не, на капу. Меня вчера не было вообще. Локи, у кого-то из вас есть демон или мне спекаться? Там капа в рейде начисли. Ты за 11 боссов начислил? 1000 до лича дается. А, то есть за 10 боссов также, да? Да. Ну это дорого стоит, блядь. Стоит. Не успеем. Ну хотя, ладно. Скобомет тут вообще нет. Стой, стой. Пук, стой, блин, не двигайся. Войт, короче, тут пока тактика, запустишь баф, я схожу покурю быстро. Это сильно. Я куда не налёг. Тыкайте, пожалуйста. Минуту можно? Пиво достану. Да я тут не смеюсь. Я же говорю тут. Да. Я не могу атаковать эту цель.
Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через... Чё-то протопал далеко стоит, не? И будешь молить... Сюда, Виталий. Вот сюда, где я встал. В колонии. Я тут, я пришел уже, блядь. Далеко встал. Я ж, мать, не поменял мажу. Не, нормально все. А чё мажа? Пусть знает. Я проморожу вас насквозь. Блять, топец промазал, хуй. Забери БДК, гневного. Сосите не могу. Мы очень мало. Протопало, если. Там чумаха за две атаки.
Что тебе? Ну, Вась! Паша тебя уже просил в дом. Я говорю, сейчас выйду, поебал, там нихуя себе. Ой, это Герман. Дай маму духов. Почему ей? Это за бред был? Какой бред? Просто ваншотнуло. Я каст бил. В комнате, что ли? Ну, в комнате. А чё мы вайпнулись? Расход? Не смешная шутка. А! Чё-то я туплю. Олег, зачем? Кто его в гильдию взял, чтобы он такое писал?
И зачем его повышают? Я не понимаю просто логики. Сорян, что упал? Тебя следует наградить за этот невольный... Да, все правильно, но стопор туда-сюда. Между тобой, между твоей спиной и духами должен быть протопал. Если протопала нет, то ты хлопаешь духов. Плюс ШП и паладины с баблом помогают. Сейчас протопало унесло, и все это легло на тебя, поэтому тебе пришлось шевелиться. Воинов плети. Они повергнут этот мир. Какой макрос? Пучину хаоса. А, сейчас в РК напишу. Вот это первая строчка. Вот это вторая строчка макроса. Этот макрос автоматически выберет гневного духа. Вторая строчка макроса сделает таунт по нему. Будь там хоть миллион вордалаков, ты спокойно заберешь гневного духа. Войт. Серьезно, ты пользуешься таким макросом? Ну, блять. Бывают такие ситуации, когда много вордалаков, если у тебя включены вот эти сверху. Сколько танчил в ДК, никогда такой хуйни не было. Мне ж я пользовался таким макросом. Ситуации разные бывают, просто я больше танчил, наверное. Ну, я тоже немало как бы танчил и паладином, и как бы ДК, ну, блин, выбрать цель. Выбрать цель можно, можно через тап. Можно спокойно выбрать, там просто реакция нужна. А если я просто, ну, пару раз не попал, и вот, ну, в плохую ситуацию попал. Не, ну, это нормально, то, что ты как бы дал этот макрос, просто не думал, что ты им пользуешься. Ну, пользовался, да. Ну, добрый. Про. Да всем привет. Привет. Это самое прицел. Если тебе нравится общаться как быдло, нахуй, то ну просто со мной можешь не заводить разговор. Написал в рейде что-то про меня, покинул рейд, нахуй. Я думаю, вопросов больше нет. Не понял сейчас, к чему вообще разговор этот? Ну к тому, что ты писал и поэтому покинул рейд. И не надо задавать глупых вопросов, почему меня кикнули. Я в рейде что-то писал по поводу тебя? Да. Можно конкретненько. Конкретнее на мой канал заходи и видео смотри. Я спросил в гильдию, почему вот это долбоёб понизил меня. Это было не тебе адресовано. Ну, блядь, тебе получается, раз ты меня понизил. Так и все, какие у тебя проблемы? Съебись отсюда. У меня нету проблем. Проблемы у тебя, у Триси проблемы. Какие у меня проблемы? Ну-ка, давай поподробнее. Ну ты же в гильдии сейчас пишешь, кикни вон. Ну если ты заходишь в гильдию, начинаешь там да опять про Славу, говорит. Как про петушка говорить. А ты кикнул его? Угу. Дал бы, чтобы я ему объяснил, блядь. Да ты чё, это не узнаю. Почему он такой тупой или чё, хуй знает. До него никогда не дойдёт. Ну чё, спать и я это, отвалюсь на час, пока Гера. Англиф, у тебя есть права? У тебя дон есть и ПГП? Ну, нет, это дон надо включать. Включать надо, могу я включил. Я плюсанул. Сейчас смотри, будет надо... у меня включено. Смотрите, включено. Хорошо включено. Вы начислите людям, которые были на лича, там, на синдру добраны. Я не помню, с какого босса я к вам пришел. Слана. Смешно, Макс, смешно. Это патину бахилу. Я ливнул с казаром. Начислите мне сюда ЕП, и я ушел. Ну, пока Гера там, надо отойти. Слава Войт, по-моему, к нам с Ладательки пришел. Все, так, а что это, Филипец, Англиф, посмотрите, кто у вас сколько там, фул, не фул. Вот, а я тоже покину. Ща, я релогнус? Макро, два босса. На ВК пойти. И ВК 25? Исполнил. 40 минут. Угу. Начислили ЕП там уже? Нет, там, ну там неизвестно, там какие-то люди добирались, поэтому сейчас пару минут займет время. Так, а сколько я боссов был? Кикни восьмую патию.
Еще раз спрошу. 10 боссов, это сколько ЕП? Это 1000, наверное. Короче, далеча 1000. Клич 250. Хорошо. Сейчас. Захожу. Ребят, в какой зал заходить? Скидывание дивана, я не знаю. Сука, подождите, у меня был целка босс. Ты сомните, кто был только на Личе? В речат. Он скинул в РК канцлавру, божественное вмешательство, это скидывание дивана. Ну а так, по танкованию, как бы, все базовые положения, это вот в гайде, который ты смотрел, а как танковать уже, то есть, ну, сам знаешь, приоритет это ЛПшка. Ну и заодно, если ты вот, допустим, научился тыкать ЛПшку и все по ротации там, то есть, когда КД ЛПшка, остальные скиллы тыкаешь. Просто мобильность. Твоя мобильность, это очень важно. Ты должен синдру быстро крутить, должен дича водить завальками. Все вот это. Его квадрант разница. И все, у тебя проблемы. Сколько синдра и лич, это сколько? Ну, знаю, лич 250. 350. У кого это, блин? Чё макли в ноу? Пак был на синдре и личе. А ему на чистке уже? Мне пати кидали, я думал, пати как раз на ЕП кидают. Пока ты был в пати, мне было проще тебя начислить, теперь тебя хрен найдешь.